Приветствую вас на канале ArtCat. Сегодня я планировал другое видео показать, но учитывая то, что немножко приболел, некогда было записывать и показываю то, что уже отснял раньше. И это у меня симулятор пчелки. Да, я продолжаю играть в эту игру, она мне очень нравится, и сейчас я вам покажу, что происходило дальше с нашей последней встречи. Я открыл локацию за 5 би, за 5 миллиардов. У меня пока что King B. И вот я теперь осматриваю новую локацию, смотрю, какие тут задания и прочее. Сегодня, ребята, в этом видео я вам покажу очень много чего интересного. Возможно, это вам поможет для быстрой прокачки в этой игре. Так, ну что, ребята, вот еще третья жабка у нас. И у каждой, видите, уже по миллиардам просто задания. Для следующей локации нужно 800 миллиардов. Ну а здесь, ребята, вы можете прокачать новых пчелок. Стоит это довольно-таки дорого. Кто еще не подписан на мою страничку ArtCat YouTube в Инстаграме, обязательно это сделайте. И не забывайте про мой Дискорд. Итак, ребята, переходим непосредственно к разным полезностям в этой игре. Ну, во-первых, не забывайте забирать задания. Да, возможно, сейчас немного дают за них, хотя уже довольно-таки существенно. Но со временем все больше и больше. К примеру, сейчас у меня за эти дополнительные задания уже дается где-то в районе 600 миллионов за каждое выполненное задание. И это тоже помогает прокачке. Но, правда, несущественно. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребята, сейчас я решаю еще показать вам, как я прокачал свою пчелку. Она у меня была, я не помню, какого, 10 уровня, что ли. И сейчас она у меня стала 21 уровня. Вот такие вот статы у моих пчел. И довольно-таки интересно, ребята, когда вы качаете уже на таких высоких уровнях, вот там вот снизу есть шкала. Шкала прокачки пчелы. И сейчас уже недостаточно одну выбить, чтобы просуммировался ваш уровень. Сейчас, к примеру, я вот на 28 уровне, у меня есть одна пчела, так мне нужно где-то выбить, ну, пчел 5, чтобы хотя бы один уровень добавился. Так что, ребята, выбивать пчел дальше становится очень даже сложно. Так, ну что, ребята, у меня есть немножко лишние денежки, я их сейчас все поспускаю. И скоро буду уже себе брать новую роль. Вот, смотрите, у меня же 650 миллионов, даже 690, мне надо 650 миллиардов, точнее, да, для омега-пчелочки. И поэтому я решаю, что остальные деньги я просто могу здесь спустить для того, чтобы попробовать прокачать еще своих пчел. Попробую повыбивать. Вот уже почти 650 у меня осталось. Видите, даже новые мистики вылетают. Уже вот даже два мистика новых на этой локации я выбил. Я так понимаю, что мистические абсолютно ничем не отличаются. И неважно, каких вы выбиваете. Единственное, что на каждой локации шансы выбить мистические намного выше. Соответственно, там вы быстрее прокачаете пчелу, она будет чаще выбиваться и быстрее прокачаетесь. Ну что, ребята, я сейчас покупаю омега пчелку, которая мне дает X7 меда. Фух, я теперь омега! Можете поставить лайк под этим видосиком. Я думаю, что омега — это прям очень круто. Это предпоследняя стадия в этой игре. И самая большая стадия — это, конечно же, уже альфа. Но на нее еще качаться и качаться. Я думаю, что дня 3 мне нужно будет еще качаться, как минимум. Пока что давайте, ребята, посмотрим, что тут происходит. Итак, у меня сразу же 139. Рюкзак мой, скажем так, поэтому это очень круто. Я молниеносно беру задание у Мишки и выполняю его задание с розами. Из-за того, что у меня уже X7, довольно-таки быстро все прокачивается, ну а также задания уже, видите, дорогие, по 8000 за выполнение этого задания, и я моментально открываю следующую локацию. Скоро, ребят, я вам покажу один крутой цветочек, который вы можете фармить бесконечно. Он как бы не добавляется в ваш рюкзак. С него, по-моему, по 1000 вылетает каждый раз. Это вышло недавно обновление. Добавилось. Мы с вами на него посмотрим. Сейчас я немножко себя прокачиваю. Вот так вот. Вот все. Уровень бога. Теперь тюльпанчик должен улетать с одного удара. Так и есть. Бэм. Бэу. Обожаю, когда я такой прокачанный, это очень круто, прям, смотрите.
Ну что ж, прокачка очень весело идет, очень быстро, из-за того, что я прокачал до 21 уровня свою пчелку, плюс X7 на мед, и таким образом вернуться, скажем так, в предыдущую локацию мне будет довольно-таки быстро. Давай, заберем у тебя задание и... Черт побери, немножко не хватило, там 50 тысяч для того, чтобы зайти в комнатку, а у меня только 44. Ну что ж, ребят, я подкоплю, погнали дальше. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, у меня уже 800 миллиардов, и это значит, что я могу открыть следующую, предпоследнюю локацию в этой игре. Вот сейчас, собственно, ребята, я здесь и прокачиваюсь все время. Давайте смотреть задания, какие дают. 58 миллиардов, шикарно. У тебя 156 миллиардов, а у тебя 537 миллиардов за одно выполненное задание. Это, ребята, у нас какая-то конфетная сладкая локация. Тут куча мороженки. Есть дневные сундучки по 250. Так, что у нас тут еще интересного? И следующая локация у нас... Сколько? Да ладно. 80 триллионов. Мне нужно, чтобы туда попасть. 80 Т. Капец. Кстати, чтобы получить следующую стадию, нужно 70 Т. Это тоже очень много. За 150 Б вы можете выбить себе пчелки. Но тут, видите, Sublime. Есть новый вид пчел, которые самые крутые, но шанс выпадения очень нереальный. 0,5 всего лишь, поэтому я думаю, что это будет не скоро. Ну, окей, ребята, пошлите, я вам покажу цветочек. Он находится в оазисе, о котором я вам говорил. Это крутой цветок, который позволяет вам фармить на начальном уровне. Смотрите, вот сюда вот вы залетаете. Бесплатно, видите, здесь? Просто так подходите, нажимаете и проходите к этому цветочку. Он, получается, не сохраняется как бы в ваш рюкзак. Вы нажимаете и каждый раз по 1000, по-моему, вам вылетает. Ну, вы видите, что у меня слишком много денег. Я эту 1000 вообще не замечаю, но, поверьте, это где-то так. Ну что ж, ребята, сейчас я вам показываю свою прокачку, в которой я сегодня, прям перед записью видео. У меня 20 с лишним Т. И я вам хочу рассказать про шапочки. Дело в том, что я не знал, что они такие полезные, пока не зашел в инвентарь. Смотрите, у меня вот тут разные шапки, и они дают очень крутой бонус на квесты. Квесты появляются быстрее, и награды, ребята, за квесты тоже больше. Давайте я вам сейчас все покажу. Я снял вообще все шапочки. Давайте посмотрим, сколько. 98 Б моя награда. Окей, 98 миллиардов это стандарт. Давайте оденем шапочку такую попроще. 3 звездочки. Одеваем. И летим к ней. К этой свинке. Теперь 156, ребята, миллиардов. 156 было 98, да, по-моему? Ну, почти в два раза. Окей. Берем теперь 5 звезд. И летим смотреть опять. 196, ребята. Это 2 с чем-то больше, чем было. Было 96, сейчас 196. Ну и последняя, сейчас самая крутая моя шапка. Это 7 звезд. И что она даст? 235 Б. Таким образом, ребята, вы очень быстро фармите денежки, мед в этой игре и прокачиваетесь. Поэтому обязательно покупайте шапки. Их можно покупать за робоксы, либо же за мед. Ну а я пошел дальше прокачиваться. Очень хочу попасть в последнюю локацию. Спасибо, что смотрели. Всем пока.